Корм для крокодила Данди, эпизод 3, ребятушки. Наркота наводит Майами, и Лео Стингрей знает, кто за всем этим стоит. Самое время выяснить, что знает этот гад. Итак, у нас с вами Баттлфилд. Как всегда, тяжелая линия, хардлайн. На сложности ветеринар, по-моему, какая-то, короче, на практически максимальной сложности мы с тобой продолжаем играть. Итак, третий эпизод, поехали. Сейчас мы с вами, ребята, будем продолжать наводить свои порядки. В очередной раз. Светящий угол здания, если дальномерно находится улики поблизости. Ага, все понятно. Внутренние дела, канал поставок, горячий выстрел. Какие-то у нас с тобой какие-то бочки, как будто, короче, какие-то бочки из Китая что-то выливают, какой-то дым. Мингес, Луи, Белл Томас и Браун Натан. Короче, будем сейчас мы с тобой всех этих бандюков задерживать. Ага. Лысый из Хардлайна. Ага. Нате, табло. Что за херня? Ну, потому что не надо было бить ему морду. Хотели меня видеть, сэр? Мендоза, присаживайся. Мендоза. У меня есть для вас кое-что новенькое. Расслабься. Ну-ка. Он не собирается тебя на перекресток ставить. Ну, ага. Нет. Итак, Лео, наш хороший друг. Он рассказал нам все, что знал, и ушел. Я думал, он приходил просить за... Но обещал вернуться. Чего Лео отказался? Посылки с наркотой. Да ну, ерунда все это. Самолет наверх, посылки вниз, болт их в болото. А. И покажи ему. Рыбацкая карта. Чья это операция? Одного гада по имени Реми Нельц. Нельц какой-то немец, походу. Был никем, просто точкой на радаре. А теперь он руководит целой операцией, куда подрядили Тайсона Летчфорда. Ага. Прямо человек-амбиция. Именно. Я хочу, чтобы вы наведались в это болото под названием Национальный парк. И узнали, окей, насколько он амбициозен. Национальный парк. Сэр, зачем Лео стучать на своего босса, а потом придавать это огласке? Лео сказал, что он больше не чувствует себя защищенным среди копов. Мы все обсудили. Национальный парк. Останься на минутку. Сейчас будут мозг промывать, походу. Есть, сэр. Вспыльчивая у тебя напарница. Она верит в то, что делает, сэр. Хороший ответ. Да. Приседка, сынок. Только не аргументированная. Слушай, возникнут жалобы по поводу Элмар. Превышение полномочий и прочее. Не волнуйся насчет этого. Я разберусь. Окей, спасибо. Благодарю, сэр. Мы очень признательны. Как это... Как твоя мама поживает, детектив? По-доброму. В смысле, капитан? Я уверен, что она через многое прошла, вытаскивая тебя с Кубы. Ты бы не стал детективом в свое время, если бы тебя тщательно не проверили. И тебе нужно было много всего проверить. Что он на Кубе-то делал? Это же не Black Ops. Мендоза. Там какой-то молодой прям вообще, а тут он уже старый, сэр, стал. Я... Нормально все. Я знаю, каково это, когда отец полудурок. Мне понадобилось много времени для самоопределения. Ага. Все, самоопределился. На верном пути, сынок. Продолжай в том же духе. Окей. Видишь, как все, оказывается, получается. Так, мы с тобой куда-то на болото, короче, как в Резиденте 5-м. Выплыли. А, еще есть как в этом, в больном Максимке. Но, думаю, это здесь. Лео просто отдал эту карту Доун. Взял и отдал. Передал какую-то поганую карту. Да, но зачем она им? Я не могу этого понять. Ну, в смысле ты не можешь понять? Кто-то давит. Неважно, кто сбрасывает эти посылки. Лео хочет, чтобы мы узнали об этом. Так, есть неплохой шанс выследить их. Или как? Лео знает, или что как? Он закончил в Майами. Я думала, он уже налаживает производство метамфетамина в Айове. О чем ты думал, когда избивала его? Поведение Лео... Ну, явно не головой. И у нас могли возникнуть проблемы с отделом внутренних расследований. Нужно же думать головой. О, смотри, у нас с тобой аирдроп полетел. Давай за ней. Прям как в PUBG. Все, поплыли. Мне нужно управлять, прикинь, лодкой, давай. Держись, подруга. Смотри-ка, а то сейчас упадешь.
Давай, стреляй дротиком. Ну-ка, сейчас мы... дроп с тобой получим. О! Аллигаторы, смотри, у нас там крокодильчики. Где крокодил Данди? Ага, помню. Был еще ребенком в тот. Не видел такое. Линия электропередач. Вот, смотри, кто у нас тут такие. Гуси, лебеди. Ты одновременно и гуси, и лебеди. Она много работала и любила. Да, и правда глупо. Что-то нагрузка какая-то вообще на просто лютая идет. Ни за что бы не догадалась. Почти под сотку. Что-то у меня происходит на компьютере, не понимаю. Все, давай, стреляй. Отметь. Хорош. Посмотрим, куда пойдет. У меня еще сигнал. А что толку-то, что ты отметила? Найти груз с наркотой. Килограммов 10. Американцы, да, люди, давайте поможем Кандидозе найти. Что-то мне подсказывает, что это непростая операция. Сброшенную наркоту. Он бы не стал нас так просто сюда отправлять. Ну, допустим, картели снова прогоняют. Ну, если, а что такое к месту? Вернитесь к месту преступления. Наверное, мы же не этот перепуганы. С тобою. Обычный, чтобы возвращаться к месту преступления, а не это. Как их звать-то его? Американцы все-таки любят своих. Мы не Раскольников же. С преступления и наказания. 97% нагрузка, ребята. Хотя игра 30%. Прикинь, а другой, короче, на компе вообще у меня там люто все перегружает. Надо будет проверять потом, что у меня вообще происходит на компьютере. Сколько процессов запущено. Все, давай, приехали к самолету. Квадролету. Все. Так. Куда дальше дроп упал? Что такая территория вообще огромная? Не понимаю, мы уже не мультиплеер играем в конце-то концов. Чё? Я не понимаю, крокодилы гусей не хавают. Все, приплыли, давай. А чё оно, типа, получается, наверное, там это пневматический какой-то пистолет. Ага, наслышан. Эксперт 5-го левела. Просто работать так рисково. Открыт новое представление для пистолетов. Нормально, хочешь, спасибо. Перестань церемониться. То есть вот так надо? Ага. На сурово. Схватываешь на лету. Правильно, а что церемониться-то у нас тут какие-то вообще лютые огромные болоты. Таких нигде в жизни ты вообще не видал. Все, ладно, приехали. Вот у нас твой флаг, короче, точку надо захватывать. Прибыли. Пришвартуйте катер, чтобы высадить с катера, составить доков. Доки отмечены флажками. Какой ага. Сигнал возле того парашюта. Остановлюсь возле дока. Сейчас, ну-ка. Во, припарковались. Не стал так переживать. Они нас боятся больше, чем мы их. С каких пор вообще аллигаторы боятся людей, интересно. Оставить метку на последней посылке. Keep out. О, да. Давай в своем репертуаре сейчас начнем мы с тобой полностью лагать. Похоже, что это вопрос оптимизации, ребята, чтобы в батле 4 такой у меня лабуды не было. Все вы помните прекрасно все, что все было хорошо. Так, подожди, вот она. Все, сейчас на меня, наверное, крокодил набросится, скорее всего. Опа! Ох ты, прикинь! Это было предсказуемо. Как надо выжимать-то? Да. Ать! Хорош крокодил Данди. Спасибо. Уважаю. Прикинь, крокодилиха, короче. Это крокодилиха Данди. Вот так вот. Аж надо было стрелять своего пистолетика. Спасибо. Спасибо. Молодец, подруга. Может, пойдем по следу? Чё? Так. Только что нагрузка спала, теперь опять обратно вернулась. Как делать это? Ага. Спасибо. Так. Взбираться в более высокие места с помощью крюка. С крюком либо посвящен до края. Чё-то какой-то Бэтмен уже начался у нас с тобой. Конечно, пользовался. Конечно, пользовался крюком. Как не пользовался?
В Тамбовском райдере я пользовался крюком. В всяких симуляторах ниндзя тоже пользовался крюком. Во, как вообще наить, он как-то сам становится. Ага. Я думал, натянется, но здесь что-то как-то по какому-то другому стилю все работает. Как твое плечо? Болит. Ужас как. Болит? Зомболит. Так. На вот, канат тоже взяла. Молодец. Такая ты прям молодец. Пускайте более диски писать по каналу, чтобы тут куда-то прицелить свой вес приземления. А ты подготовилась? Арбалет. Видишь, что с тобой канат открыли? Целься в эти планки. Хорошо держаться будет. Какие планки? Куда? Подойдите и пристегнитесь. К чему? Мы же не на Жигулях в конце концов будем. Яблочко. Кататься. А, во. Давай за мной. Откуда-то, короче, достал веревку, взялась вообще. Откуда у обычной полиции вообще такое снаряжение, не понимаю. Хай, у нас гости. Наверное, забирать приехали. Путничку. Вот так у нас с тобой главный. Хотя бы не все потеряно. Половина еще. Он прям на меня смотрит, меня не видит, серьезно. У нас с тобой такое, подожди. Ну-ка. Какой-то кусок говнеца, взорванный груз с наркотиками, ага. Все понятно. Ну-ну, я сам о себе позабочусь, как знаешь. Фигурант помечен. Сейчас мы этого фигуранта пометим. Дети не понимают разницу между работой и карьерой. Во, награда, маг 10, покушение на убийство. Думаешь, видишь, у него? Ну, его надо задержать. Деп зовут. У него нормальные связи, не надо будет много ходить. Все, записываем. Парень скажет что-нибудь Рэми. Не парься. Надо как-то вытащить кокс отсюда, чтобы Нельц не узнал. Все улики собрали против него. Нельц никого не убивал. По крайней мере, я такое слышал. Поэтому я особо. Ну, слышишь, можно все что угодно. Просто запакуем пару-тройку мешков себе. Жадничать сильно не будем. Все. Так. Сейчас будем с тобой. Так, что такое, подожди. Это бочка у нас с тобой. Но самое главное быть аккуратным и не подставляться. Сейчас у нас с тобой там, короче, гуси на заднем фоне где-то там. Что-то кричат. Сейчас мы с тобой, самое главное, его задержать, все остальное уже не столь важно будет. Подожди. Да в чем твоя проблема? Все. Все. Полиция, слышал? Давай. Лег на землю. На. Правда, он должен был об кусок этого удариться головой. Все. Мы этого тоже задержим. Нужно ближе, походу, подходить. Да, да. Без проблем. Молодец. Какой послушный. Что-то, братан, у тебя куда-то нога застряла, походу. А, нет, все нормально. Смотри вообще. Ничего я просто не видит. Все, ты обдрестован, ловит, давай. Козел. На тебе. Как раз в твое это говнецо, которое тут у тебя валяется. Все белое. О! Прям в твою муку. Белую. Нюхач. Все, так, химический состав какой-то, тетразин, внутренние дела. Где подруга-то? А, вон она, ну да, правильно, под самый конец их всегда приходит. Чего мы ожидали? Сейчас с тобой какая-то штука нужно исследовать, как я понимаю, походу, да? Сейчас посмотрим, ну-ка. О, монтировка Гордона Фримена, давай, ну-ка. Габинская монтировочка. Хорош. Скрыли так скрыли. Что у нас с тобой есть такое? Нашел. Проверь трассу. 120 и 13 герц. У меня даже Моник 144. Представляешь? Смотри, сколько точек светится по всему озеру. И мы все будем их объезжать, что ли? Вы серьезно? Ну, ребят, ну как бы это не дело. Давай лучше сначала мы с тобой проверим кое-что. У нас с тобой можно взять.
На 100 маг 10. Дополнительно можно взять МП-5 или МПХ. В чем отличие? Скорость чуть поменьше, магазин побольше. Или П-90 вообще взять. Дальность побольше будет. У этого дальность такой себе. Давай вот что-то П-90 мы возьмем. Их оружия вообще никаких у нас с тобой нету. Вообще, почему мы этим занимаемся, а не спецназ? Кстати говоря, тоже очень странно. Так, аксессуары, ничего у нас с тобой, как всегда, нету. Нам ничего не дают. Компенсатор или глушитель можно взять. Дальность вообще понизит. Но это люто. Нет, такое нам не надо. Спасибо. Короче, все очень классно, но... Так, серая, коричневая, морская, оливковая. Почему не так краски подливковые? Было бы тоже, кстати говоря, неплохо. В подливковые цвет его так раскрасить. Вот давай, пускай такое будет у нас с тобой. Здесь мы с тобой лесная... Лесной шестиугольник мы с тобой выберем. Пускай будет канат. Крюк нам с тобой что-то только дали, потом его опять забрали. А, нет, у нас с тобой уже есть. Все, хорош. Так, и смотреть наводки. Дальномер, левый верхний углу экрана сканера отображается данные о вашей текущем расположении, количество улик в следуемой зоне и расположение ближайшей улики. Спасибо. У нас с тобой, по-моему, здесь ничего нету, да? Все, мы с тобой все нашли. Потому что мы, как всегда, красавчики. Конечно. Что нам еще давай делать? Сначала Нейтса найдем. Он амбициознее, чем мне казалось. Ублюдки все. Так, поехали. Знаешь, что меня больше по водам, по рекам. Неважно, кто выиграет. Победителя будет полно денег оружия. Ага, и когда друг с другом разберутся, так. За я снова, уже меня прям... В 80-х. Вот поэтому Доус хочет срочно остановить все это, пока не поздно. О, че у нас с тобой такой, погоди. Если мы действуем вне закона, совсем вне закона, я за. Целее будем. Ну, я бы не сказал, что мы прям вне закона-то действуем. Потому что цель какая? Чтобы убрать крутых ребят, авторитетов, так. И чтобы нам это прошло куда как надо? Одной грубой силы недостаточно. Не знаю. 300 метров. Че мы сюда приехали, не понимаю, зачем. Отлично. Для чего это место вообще сделано? Непонятно, зачем разработчики придумали какие-то непонятные объедки. Текстуры. Хотя бы мини-карты есть, это радует. Так, поплыть, а по прямой. Сейчас мы здесь с тобой обойдем. Ну-ка. Эть. Дрифт у нас-то получается. Хардлайнский дрифт. На воде. При помощи лодки. Аккуратненько, заворотик. Так, у нас то боёк здесь предстоит, маячок, радар. У нас собой другая территория, сейчас здесь, скорее всего, будет какой-нибудь пересыл. Как я подозреваю. Как обычно такое бывает, в принципе, ничего удивительного. Это в джинсах всех протертых. Думаю, с вышки будет хорошо видно. Так. Да, с тобой, смотри. Что такое? Ну да, правильно. Хочешь покупать? Так, тревога подкрепления. Сигнализация подкрепления. Включить блоки сигнализации, громкоговорители. Это устроить. Это по стилю из Фарс Ру сделали такое. Ну-ка, давай, осмотрим. Да не можешь, почему не можешь осмотреть? Все равно надо как-то ее обрубить. Тихо, или решай сам, я за тобой. Как бы, по-моему, не в твоем положении, по-моему, рисковать, если что. Какой план? Давай туда. Только тихо. Надо как-то... Нам нужно исследовать, нужно найти мужика, который нам нужен. Эксперт уровень 6. Испачканный, короче, какое-то говно. Испачканный в говнице. Номер снайперской принтовки, это хорошо. Для него болотная вода с пеной. Во, Браун, Натан. Награда, так МАГ-10. Мне за того МАГ-10 должны были дать награду. Слишком многовато, по-моему, наград, как мне кажется. Фигурант отмечен. Было бы неплохо как-то их всех сейчас... По одному повырубать. Но у меня глушителя нет, прикинь, вот как вот не вовремя, я не взял глушитель. Самое главное, вырубить сигнализацию. Нам с тобой ее вырубим. Будет намного проще нам в этой жизни жить. Полиция! Не с места! Оп! Какого хрена?
Видишь, она, ну просто как бы орёт. Ни хрена, а ты вообще коп? Прикинь, конечно. Чё, неждан? Всё. Оп, наручники заковали одного. Стой, где стоишь? Да, да. Стоять. Без проблем. Молодец, какие послушные. На тебе, все, ешь траву, подорожник, вон жуй. День твой последний приходит, буржуй. Они все по одному, видишь, что распределись кто куда. Полиция Майами, ты арестован. Все. Да, да. Мы же его уже задерживали, короче, они здесь все одинаковые. Все какие-то братья. Это клоны. Так, то самое главное сейчас просто вырубить сигнализацию еще заодно. Подрубить, так сказать. Все. Теперь, если захотите включить, ничего у вас, ребята, не сработает. Не получится. Руки вверх. Вот этого самое главное задержать. Какого хрена? Все, неждан. Прикинь, как мы к тебе подкрались незаметно. Все. Обдрестовали его. Так сказать. Завдрастали. Что у нас с тобой такое, подожди. Инвентарь для взятия проб воды. Какой-то, по-моему, тубус или что это такое? Бульбулятор, акваланг. Не поймешь какой-то. Короче, зачем здесь нужна проба воды? Попробуйте пробу воды взять в реке Москва. Вот там вам действительно, у вас такая будет вода. Вы там столько всего для себя интересного нового найдете. Что вам даже не снилось. У меня угол обзора, смотри, какой узкий просто вообще. Он здесь нас даже не увидит при всем своем желании. Стоять! Все. Расслабься, чувак. Смотри, они вообще даже ни о чем просто. Вообще ничего не видит. Хотя он так орал, что его должно было уже все деревни просто услышать. Не опускать! Прикинь, как чисто. Я вроде так спокоен, если что. Все. На тебе. Давай, облизывай дерево. Почувствуй себя бобром. Так, вроде все, слушайте. Да что там такое? Что они тут охраняли? Видимо, наркоту, деньги и стволы. Ну да, чем еще это сохранять? Сейчас попробуем. Так, мы уже что-то нашли с тобой. Что такое? Бумажки? Эти какашки. Там это насквозь у нас с тобой текстур. Пока здесь еще... Письмо какое-то. Прикол-то ножом записка. И что-то написано. Айвент, я хочу остановить автобус завтра. Нет, вчера, по-моему. Моя закрытая было пусто. Ты знаешь, я могу для урона ты что-то там, короче, какой-то друг выстрел. Какой-то паямент, короче, какая-то оплата каждый месяц мезнт. Что было дартс какой-то из... И спрэнк какой-то написал все это письмо. На самом деле, какой-то бред полнейший написал, если честно. Судя по тому, что здесь было найдено. Как мне пройти? Можно, пожалуйста, я пройду? Да отойди, баба, не мешай. Сейчас мы с тобой откроем сканер. Ну-ка. О, мобилка, смотри, звонит. Кнопочная, прикинь, Nokia. Последний вообще. Проверь, какое... Вдруг там сообщение. Ну, походу, поугарать решил. Последнее слово техники. Это же Nokia с самым первым зеленым экраном. У этого парня, похоже, встреча... Хотя не самое первое. Ближайший стадион в Майами. Значит, там... Думаю, это какой-то другой стадион. Ну, пора двигать. Пора двигать. Короче... Ты куда собралась-то без меня? Ну и правильно, вали. Ничего страшного. Без тебя поживем. Бумажный конверт у нас. А что за конверт? Какое-то письмецо, походу, из налоговой за неуплату счетов по коммуналке. Ничего необычного. Так, давай возьмем снаряжение. Я хотел взять глушитель. Но... В данном случае я уж не знаю. Наверное, они тоже уже не совсем будет актуально, потому что их можно так, в принципе, всех вымерять. Во! Вместо дополнительного мы с тобой возьмем снайперку. Это вообще будет четко. Что такое с тобой? Какие-то патроны .338 Magnum. Особый боеприпас для Magnum калибра .338 увеличит эффективную дальность поражения и урон техники. Конечно, прикольно, но как бы мы же здесь все-таки по танкам-то не собираемся стрелять. Я пускай будет
Лесная разольная, лесная тигровая пускай будет. Во. Хорош. Теперь у нас с тобой будет снайперская винтовка. Вот это вообще тема, прикинь. Вспомним форс-руф, который, кстати говоря, мы еще не проходили на канал. Надо будет, ребятушки, ее тоже записать. Потому что там будет очень много всего веселого. Что у нас с тобой такой какой-то газовый баллон. Ладно, возвращаемся к лодке. Можно было бы, конечно, бахнуть, но пускай отдыхают, так и будет сильно добрый. Так. Подождите, нам с вами вот на лодку надо было. Она-то где? Подруга, ты идешь, нет? Ну как хочешь. Друг из ниоткуда появилась. Посмотри, ее же здесь не было. Все, что сейчас нужно, это найти Нельса. Найти Нельса. С коктейлями, конечно. Он же этот. Коктейлист, как они называются? Ты знаешь что-нибудь о Нельсе? Как они называются? У нас с тобой завибрировал смартфон, погоди, там нам смс-ку в WhatsApp, походу, мы прислали. Нет, не забыл. То еще говно. Ну да. Говнецо-то еще то. Вы что такое? Ромашка? Ее что ли исследовать надо? Подожди. Чего нам нужны цветы? Я не понимаю. Ромашки исследовать. Все, ну-ка. А, теперь у нас с тобой ограниченное количество веревок. Ну да. Типа порадовались, понаслаждались бесконечными веревками. И знайте меру. Не знаю, какой-то кусок. Пломбир валяется. А, это килограмм кокаина чем-то на пломбир похоже. А, это вообще какой-то мешок с мукой. Все понятно. Подожди, а где ближайшая? Еще одна у нас с тобой. Ага, найдено улики, еще одна у нас с тобой. Это дальше у нас с тобой. Я буду живой? Вроде живой, смотри, нормально спрыгнул. Я же думал, сейчас отъедет. На раз-два. Тоже такое бывает, случается. Ничего нового. Километр у нас с тобой, конечно, плыть, это люто. На аккумуляторе работаете ты, на бензике. Ты еще, братан, ботинки стоял в носках? Тебе как нормально вообще катиться? На педали нажимать? Он же на педали жмет, да? Здесь же педали, правильно понимаю? Да аккуратнее. Видите, люди здесь катаются. Так, что у нас с тобой дальше? Подожди. Бабищенцы поплыли. О, на тебе. Все, брысь. Проехались по аллигаторам. Здесь что у нас с тобой такое есть? Так, у нас с тобой есть еще одна улика. Нам с тобой надо пришвартоваться. Подожди. Короче, целую кучу улик с тобой насобирали. Вообще, как бы такими вещами должен заниматься следственный комитет. Ну, вообще-то не следственный комитет. Симулятор какого-то полу капитана Прайса. Что такое? Бочка с химикатами. Они, короче, прикинь, еще и воду отравляют. Они же еще какие-то химически полномасштабные террористы. Ладно, окей, поехали дальше. Мы уже почти приехали. Можно будет прямо СВД взять. Но здесь такое себе, понимаешь? Чисто просто на задержание игра. Без стрельбы практически. Ну просто за это опыт дают, понимаешь? И тебе чисто левел повышать. Опять же, открываешь новое оружие. А в чем прикол тогда? Давай посмотрим, что там. Кричал? Впереди кричал. Здесь у нас с тобой чем-то есть. Интересно, какие-то вообще странные территории. Посмотри, вот много где можно с тобой спрыгнуть. Но здесь, по-моему, ничего нету опять тоже. Здесь ничего нету. Кричал, кричал. Давай, садимся обратно в лодку. Сейчас на педали будем нажимать. Подожди, тут в как усесть-то мне? Что, у нас все, бензин закончился. Это нам как бы дальше надо было, если что, ехать. Что-то мухи, комары летают, фу. Пошел прочь. Сниму мухобойку или там, не знаю, с автомата по ней надо. Жмякнуть. О, здорово, прикинь. Господи. Жесть. Какая-то. О, боги. Это же Лео. Прикинь. Доус был прав. Че, вы дали ему защиту? Может, вернемся к Нельсу? Подожди, это нам же надо было в другое место ехать. Но сервайс, прикинь, не ловит связь. Все. Его оставим? МТС забыли вышки здесь свои поставить. А
Почему это не является уликой? Вообще не понимаю, о чем мы здесь туда приехали. У нас тут какой-то флаг непонятный. Какое-то листовое сообщество с деревьями. Прикиньте, даже кондиционер есть, да ладно. Радио почему-то все молчит опять куда-то. Музыка погасла, походу, за авторское право. Теперь все, видишь? Всю музыку в игре пообрубали, слишком много они тут музыки включали. Вот тебе и защита. Тебе же сказали, что, братан, Лео. Сказал тебе, почему отпустил Лео. Ты не отказывайся от защиты, отказался. Формально можно все что угодно делать. Формально. Вот и не доделался. Кай. В итоге и вынесли его. Хочу спросить кое-что. Говори. Про вас. Как вам жалуется. С Тайсоном. А, это... С Тайсоном. Ну, знаешь, девушки временами ходят на свидания. Да. Ты встречалась с Тайсоном? Даже такие старые, как она. На вечеринку, так что у нас одно свидание было. Нет, ага. Два формальных свидания. Подожди, ты встречалась с кокаиновым наркодилером? С кокаиновым агентом. О-о-о. Когда он узнал, что ты коп? Когда я узнала, что он кокаиновый агент. С наркоманами. Слушай, встречается. Или нет? Он неплохой парень. Да, верю. Чего же мне тебе не верит-то, подруга? Ты в возрасте уже, тебе уже надо, чтобы у тебя был муж. Без так, эксперт 7-го левела. Давай на мельницу. Посмотрим сверху. На мельницу, погнали. Но приспособление для винтовок это мне радует сейчас. Мы сейчас с тобой снайперские прицелы будем брать. Прикинь, полиция со снайперскими винтовками. Вообще, как бы должно быть. Полицейский спецназ должен быть со снайперскими винтовками. Чего? Так, слушай меня. Покупатель идет. Где у нас с тобой Томас? А там он дальше. Бел Томас. Сейчас мы тебя, Том. Без Джерри. Все, собрание закончилось. Они расходятся. Джерри нет, но мы сейчас за Джерри будем порядок наводить. Подруга, не полезь. Куда надо? Куда надо смотреть? Пойму, на какую точку, метр до нее. Вокруг меня крутится, что на потолке, что ли, наверху. Бабу палит, смотри, бабу там прям сидит. Прям на нее смотрит. Смотри. Ты серьезно, что ли? Прям стоит на нее, смотрит. Ты че вообще? Началось. Только после четвертой части еле-еле отошли тогда, теперь нужно то же самое продолжается. Понимаешь вообще, что происходит в этой жизни? Просто бред. Из каких это пор надо удивлять кого-то? Таких вот пор, прикинь. Так. Они куда-то пойдут дальше? А что? Они ушли самолет встречать. Может, час назад. Могут вернуться с минуты на минуту. А, вот сапоги чьи-то здесь, короче, валяются. Какие следы пыток-то здесь? Просто какие-то сапоги, какие-то резиновые стоят для работы на участке. Здесь какие-то странные сапоги. Без углублений. Как в них ноги-то сувать? Тут просто помидоры разлил. И чтобы дальше сапоги не пачкать, решили снять. Что непонятного-то? Все надо как-то, короче, вот этого дурика главное задержать сейчас. Кто за покупатель приедет? Сейчас мы его задержим и все, а всех остальных можно чисто, наверное, грохнуть и все, чтобы зря время не тратить. Чтобы, понимаешь, как бы каждый гигабайт он ценен памяти. А с тобой загрузка происходит без сжатия. И запись без сжатия. Гиги улетают. Так. Сейчас он отвернется. Они же по скриптам ходят. Понимаешь, он даже посмотрел, вот он меня не видит просто. Вот так вот было лучше бы, правильно. Получилось с Рэми поговорить? Нет, ни разу не видел его таким. Конечно, получилось. Все же не получилось. Сейчас мы с тобой здесь пришли. Прячемся. Из-за угла сейчас мы ему просто скажем руки вверх. Ты под арестом! Все. Стоять, бояться. Сдаваться. Все. Весь патронтаж, правда, можно было бы не оба
отобрать. АКМ, вот это хорошая штука. Правда, мне снайперку отобрали, все, 16 патрон дали. Можно просто у них тупо автоматы просто забирать, и мы новое оружие будем открывать. Куда бежишь, смотри, по дороге бежит, смотри. Рэми сказал мне 2-3 самолета в день. Рэми совсем уже того. За цифрами гонится. Это же химия, блин. Это точная работа. Все, ну-ка. Да, фасовать монитор точная работа. Стоять! Даже не меня пускать! Какого черта? Сдаемся. Ну-ка, на тебя. Давай, мордой в пол. Точная работа. Все, задержали. Хорош. Просто ходи кругом и делай серьезно. Минус 3. Так. Все, там у нас что-то с тобой тоже должна быть какая-то улика где-то быть. Его задержали. Самое главное, тут этих задерживать, челиков. Тогда у нас будет награда давать. Как эти вообще, они ни на что не способные. Чем меньше палишь, тем лучше. Стоять на месте! Ты арестован! Всё. Ну ладно, козёл! Смотри, это вообще стоит. Стоит рядом. Вон у нас оба крокодила. Полиция! Не дёргаться! Какого Всё. Чёрта? Всё, давай! Как его там звали-то? Дензель Вашингтон, отдыхаем. Взять дробовик новый просто и обратно его положить, чтобы открыть новое. Видишь, с собой крокодила. Мне, смотри, даже не видит с такого расстояния, уже ничего не видит. Мы всех положили. Стоять! Я тебя арестовываю! Эй, угомонись, ладно? Обдрестовываем тебя. Короче, рассредоточьтесь. Рассредоточьтесь. Сейчас... Рассредоточились. Все нормально, братан. Можешь отдыхать. Так. Просил рассредоточиться, мы рассредоточили. Еще не так, не пойму. Походу они, короче... Они, короче, походу крокодилом кого-то скармливали. Прикинь вообще, что делают. Что там такое? Мертвый аллигатор. Ну а что это за улика, в чем прикол-то? Ну умер, умер. Блин, ну что-нибудь там поел не того кого-нибудь. Какого-нибудь не свежего бомжа челика. И траванулся. Все. Готово. Все чисто. Знаю, что тут была старая аллигаторная ферма. Представляешь? Молодцы. Как классно. Все. Глаза удаленность. Глаза хорошо закрыл. Поступ к воде и суше. На радостях. Там радиовышка на затворках. Давай проверим. Подожди, а как бы а улики? Я понимаю, наверное, сейчас там и будет последняя улика, если я правильно понимаю. Ну и чё? Чё ты достал свой смартфон? Спутниковая связь, типа там какой-то челик нарисован, NFC, походу. А это мобильные данные. Какой-то глаз, Google Auto, какой-то жук, типа сообщить о баге. Серьезно? Вально отметки координат. Я так понимаю, что все-таки там сейчас что-то у нас с тобой должно быть. Люди Нельса, на, поговори с ними. Так кто? Ну, что за люди Нельса? Что говорит-то? Да, все в норме. Я тут. Ты кто такой? Кто такой? Свой? Антонио. Где Томми? Он отошел на минутку. Отошел на минутку. Класс. Передай, что Нельс всех собирает. Ладно, а где? Все. Томми, блин, прекрасно знает, где Антонио. Окей. Но мы-то не знаем. Вот и поговорили. Классно поговорили. Это с Нельсом. Он сказал, что они на центр Майами временно закрыли. Там-то они и собираются. Ну туда-то мы и попрем, правильно? Ну, давай, подруга. Мы не будем их искать. В смысле, не будем? В чем это разговаривали? Да ну тебе дурная, блин, какая-то баба. В конце концов. Я не могу найти последнюю улику. Хотелось-то 100% на идеале. Какая-то лампочка ведь с вещающим проводом натянутым. Куда? За текстуры натянутый провод. Что это? HP Pavilion Spectrum. Дай бумажки распечатаем какие-нибудь. Включите
Веера, здесь вообще жесть какая-то происходит. Жарище нереальное. Ну просто взять снайперскую винтовку и кокнуть. Компенсатор. Рукоятка, ничего нет у нас с тобой. Оружие у них просто отбирать, и все, вот тут тебе будет оружие. Новое. Да полуавтоматическое снайперское оружие у нас с тобой, видишь? Оптика. Графические, какой-то, короче, микрон, макрон. 3-4, у нас с тобой даже восьмикратка есть. Аксессуары, скошенная мушка. Компенсатор понижает, правда, вообще дальность понизит люто. Рукоятка, краска, ничего больше нету. Все, больше ничего нету. Лесная, давай, ладно. Так. Сейчас мы их всех, смотри, как задержим. Ко всем подойдем сразу рядышком. Полиция, ты арестован! Все. Да не совсем того! Ты вообще дурной, что ли? Эй, угомонись, ладно? Давай, сейчас я тебе угомонюсь. Все. Все. Уложили. Давай, второго. И третьего тоже. Каталажку. Все, лежать. Мордой в пол. Прикинь, сколько наручников потратили. У нас с тобой целый этот нужен был бы. А куда нас с тобой надо-то, я не пойму. Нажмите, чтобы сесть в технику. Я не понимаю, почему мне не указывает место до последней улики? Почему пропустили-то? Да ну бред. Не хочу я даже вообще водиться с этим заниматься. Стадион к югу отсюда. Держись. Давай, подруга. Рванули. Ну, я думаю, что это, скорее всего, будет уже следующая серия, да? Ну, я так и подозревал. С того, короче, они нашли одну улику. А, нет, походу, не все. Здесь, наверное, оно, скорее всего, будет, я так понимаю. Там же километраж должен был быть указан, а здесь он не был указан. Цель достигнута. Добраться до стадиона. Давай, погнали. Идентифицировать Нельца. На, нету. Понял. Не тут-то было. Нет у нас с тобой никакой улики. Спеши. Нам не нужно, чтобы Нельц узнал, что мы тут. Ты куда несешься сама, говорит, не спеши. Говорит, смотри, она несется вообще вовсю. Не спеши. Так, у нас с тобой там кто-то сидит. Сейчас мы с тобой. Эй, стой. Давай осторожно, чтобы не заметили. Окей. Все. Никого нету. У нас с тобой генератор, как снайпер элит, который с третьей части, по-моему, начали делать, чтобы можно было прикрывать звуки выстрела своего. И правда, он так не работает. Аква-центр. Никого вообще не видать. Ребята, что там базарить ни о чем? Здесь нас не пускают. Что встал-то? Пригнись. Нас сейчас спалят. Ну, бывает что, руку оторвало, ты как хотел жить. Ну-ка. Стоять! Давай, все, мордой в пол. Лечь на землю. Что они не умеют никого задержать, не понимаю. Им даже команда, понимаешь, нельзя отобрать. Никакой отдать этой бабище. Какого хрена? Ладно, я все скажу. Ну-ка, руки, руки. Все. Где ты его держишь? Только на словах. Что ты можешь делать в этой жизни вообще? Держит она. Эксперт 8 уровня, наконец-то. Держит. Только что даже на прицеле его будешь держать, никакого толку не дает. Такого твоего держания. Одержание в штанах, не удержание. Стоять! Руки вверх! Всё. Какого хрена? Руки вверх, тебе сказали. Ни хрена ты... Все,
Меньше слов. Давай, вон говно жуй. С земли. Самое то для тебя. Так, погоди, аккуратно. Мы с тобой здесь всех, короче, попереложим. Ага, у нас там, походу, еще есть сигнализация здесь, понял? Во! Черт, сирены. Так и подумала. Они нажмут эту кнопку, и мы попали. Бывает, чего ж тут. Сейчас мы подождем, знаешь, что сделаем? Во! Ну-ка. Руки вверх! О, все! Все! Давай, на тебе! Якудза! Выбрал себе. Полморда выбрал. Все, давай! Лицом вниз, все! Работает полиция Майами. Упс. Улетело. Они спалили, походу. Они же его спалили. Откуда? Что это был за хрен, которого мы аллигатором скормили? Какого черта? На Рэйме работал. Я на Рэйме работал. Упс. На тебе, простите, ребята. Ай! Прикинь! Чё, говорит, держи? Чё он сказал, держи аптечку? Где твоя аптечка-то как? Ты чё, прикалываешь, что ли, баба? С какого места сейчас, интересно, начну? Всех заново задерживать, серьезно? Ты вообще прикалываешься, что ли? Алло? Короче, здесь можно троих задержать. Полиция! Совсем охренел, что ли? Там здесь вообще... Ладно, полегче. Всё, всё. Здесь довольно... Эй, сюда! Давай... Да вы чё? В жопу не буду, я хорошо больше задерживать, просто сейчас всех расстреляю нахрен и все. Можно было, в принципе, попробовать, конечно, мимо них пройти просто. На самом-то деле. Боюсь, что они сейчас просто спалят. В чем дело? Что это? Ну-ка, о, все. Я же слышал. Молодец. Так, все. Пришли. Вороны полетели. Нельс, стоять. Подними руки и держи их. Все, попался. Заткнись. Я пошел на сделку. Косячат дружки твои Мендоза. Стой, какую сделку? Ты меня не видел? Стоять. Понятно. Твою мать. Че ты не стрелял-то? Ты слышишь? О, дурушная, а. Да, столько бегали, и вот вместо того, чтобы выстрелить хотя бы ему куда-то там, по подвижку, еще чем-нибудь, я не знаю. Во, у нас с тобой потом какая-то следующая серия, видать, будет что-то очень люто интересное происходить. К черту, он только наш. А, это сейчас у нас с тобой все-таки все равно продолжение серии. Может, проверишь, умник, не заперт ли? Ну да. Ну хоть передохнем. Опа, вот тебе передохнули. Федор, мы идем. Какого черта здесь происходит? Посмотрим, как разрядить обстановку. Вода! У них же там... Руки его. Спецназ. На тебе! Мы разберемся, сержант. На тебе! На тебе! Я сказал, мы разберемся! Где спецназ-то? На тебе! Что происходит? Че мне хп этот... Отбавляйся, от дыма что-то кинули. Класс! Берегусь, спасибо. Короче, я противогаз надел. На всякий случай. На тебе! Я сказал, мы разберемся! Так где я вообще нахожусь-то, не пойму. А, где-то почти по центру. Че такие живучие-то, а? На тебя! На! Лол, а у меня респиратор надет.
На тебе. Все, даем установку. На тебе. Перебить всех тут нахрен. Давай, вот вам установка. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, Мендоза. Конечно, знаю. Я все знаю. Давай, погнали, бабище. Не слушай никого. Пусть они все идут лесом. Так. Можно я заберу, пожалуйста? У вас ЮМП-45, у меня, по-моему, его нету. Ну-ка, братан, что тут? Это мухи летают. Хоть помылся, сходил. Ты воняешь весь. Внимание, подкрепление уже в пути. Конечно, нельзя снять противогаз. От этого, конечно, очень тяжело. Гранат тоже нет вообще, прикинь. Звук стрельбы, как будто с пулемета стреляю. Ой, очень-очень похож просто на звук стрельбы с пулемета. Я просто помню этот звук. Вот она, ваша реалистичность. На тебе, все, завалился. Прямо в помойку. На тебе. Да подойди ты, отойди. Они за тобой. Да ты че, блин, дурная, что ли? За мной, не за мной, тебе говорят, с дороги отойди. Встала, блин. А мне говорит, узкоглазых любить. Они мне мешаются на дороге, блин, стоят. На тебе. Что, не нравится? На. Все. Пожуй. Все, вот сама туда и иди, понятно? Что у нас с тобой какая-то метка куда-то указана? Вообще куда-то... Какой-то значок лупа вообще указывает на другой конец карты, я не понимаю. Которого нету вообще. Вы куда все исчезли? Вы серьезно? Только что же валялся? Да все пропали-то? Что за ограничитель спрайтов на 5 человек в этой игре? Вы серьезно? Вообще просто трешак, а? Такой бред. Я, конечно, что только в своей жизни не видал, но такого я еще не слыхал. Такая чушь происходила. Перезарядку давай. Ровно 7 Черт, патронов в обойме. Застрелите его нахрен. Попробуй, рискни. Да что у меня все лагает? Вот мразотская игра-то, я не могу, а? Хорош просто. Да. Просто вот, кто придумывали эту игру, они просто сутулые собаки. Я вот вам просто вам отвечаю, потому что по-другому я уже не способен как-то вот честно высказывать, выражать свои мысли. У меня просто эмоции. Вот именно лагать все самые моменты, когда меня по мне стреляют. Вот такие лаги, чтобы такие просадки происходили. Вот вы серьезно? 5 мне оружие теперь надо набирать новое. Скошенные мушку, компенсаторы. Все сейчас будем компенсировать им лещами по голове. Такое можно взять вообще. Во. Сейчас у нас такая будет валына лютая. Сейчас я надеюсь, что здесь хотя бы сохранение произошло. Не с самого же начала-то идти. Хай, ну как там? Нормально. Пристрели его. Как там? Ты сам как читаешь? Как там, когда такие просадки сраты происходят в игре? Пошел прочь! Все! Охраняем периметр. Скоро начнем прорываться. Куда вот начнете прорываться? Мы уже все сделали. Прорываться не начнут. Прорыватели. На тебе, валяться. Спокойной ночи. Взламывайте, давайте, дверь. Все готово. Давайте постучим в парадную дверь. Здесь уже всех разобрали, пока вы будете стучать в парадную дверь свою. Беги в парадную дверь. На тебе! Атакую противника. Молодец. Он должен быть здесь. Прям вовремя. Чему они не отъезжают с первого быстро в голову? Пошел прочь. Будет мне еще на дороге здесь вылезать. Маска здесь уже на самом деле, респиратор, он уже не нужен. Все. Опа. Все. Опа.
не при делах больше. Положи, Нельс. Потом поговорим о Стоддарде, об этой сделке. О чем захочешь? Всё. Бах! Вот так вот. Херня, Стоддард. Похоже, я только что спас тебе жизнь, Мендоза. Он сдавался. Не бери в голову, напарник. А я тебе говорю, ты был в опасности. Да. Он был опасен, потому что говорил о твоей сделке. Да забей, не... Да ни хрена! Любопытно. Что же такого интересного тебе Нельс сказал, Ник? Мы сделали свое дело. Я бы выслушал твою напарницу. Она умная. Вы чё? Чем-то промышляете? Улики не сдали. Эй, ты чего? А это тебе, Ник. Отличная работа. Серьезно, стопка всего лишь... Теперь суток понятно. Баксов? Почему умная? Того, что взяточница ссаная. Правильно, а у нас он за справедливость, так сказать, верит. Наш с тобой полицай не берет взяток, просто красавчик. Попробуй так их найди. Видите, за честного играем, Черика. Его бабки не интересуют. Так что пока что это все, ребяшки. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, рассказать друзьям. Огромное спасибо за внимание. До новых встреч. Кройте, не переключайтесь. Будет очень много всего крутого. Мне интересно сам ваш ранг. До новых встреч. Огромное количество гайдов, летсплей, всего класса. Можете найти у меня на канале. Спасибо за внимание. И пока-пока. Не переключайтесь.